Сьогодні у Ремонт Плюс першоквітневе перетворення з Олексієм Степановим. На вас чекають космічні майстер-класи від дизайнера галактичного рівня та зустріч зі справжньою земною зіркою. Доброго ранку, це програма «Ремонт Плюс» і мене звуть Степанов Олексій. Вітаю усіх зі святом 1 квітня. Програма «Ремонт Плюс» виходить на міжпланетний рівень. І я запрошую вас до космічної подорожі. Доброго раночку, я Тоня Матвієнко. Це моя кімната. Я звернулася за допомогою на передачі «Ремонт Плюс». Я хочу, щоб в мене тут велика була шафа, де я можу поставити свої туфлі, повісити свої костюми, і щоб воно все не мнялося, і щоб я знала, що де лежить. Ось навіть залишилась біла стінка для цієї шафи. До сьогоднішнього дня, хоч тут є і підлога, і шпалери, кімната мені служить для розпівки. Тут дуже гарна акустика. Я хочу вам заспівати, як гарно тут звучить голос. Милий мій, зоря стає, вечірня зіронька впаде, пусти мене, Боже, пора, проснеться матінка моя. А я думаю, може не робити ремонт. Як бачите, в майбутній гардеробній кімнаті зірки вже зроблено півсправи. Маємо яскраву та життєрадісну палітру, що відображає душевний стан героїні. Тож у нашого дизайнера Олексія Степанова сьогодні нестандартне завдання – доповнити розпочате перетворення своїми неперевершеними авторськими ідеями. Буде так комната. Прекрасно. Тепер я вижу таке пространство, тут таке замечательне ехо, аж хочеться... Ой, летіли дикі уси. Запеть, очень интересно. Но все-таки вернемся к нашей работе. Я знаю, что Тоня здесь хочет сделать гардеробную. Так? Это очень важно. Значит, нужно приспосабливаться сразу к пространству, знать его функциональную, именно важную функцию. Вот. Также я знаю, что Тоня, несмотря на то, что она все-таки очень много фольклорных песен поет, которые я очень люблю, она девушка очень современная. Поэтому я не хочу делать ей направление какое-то очень фольклорное. Мы сделаем что-то все-таки с современными какими-то вещами. Например, мы поставим акцент на свет. Вот, здесь будет шкаф, где будет много всяких ее одеяний, интересный шкаф-купе и будут интересные люстры. Люстры, лампы. Вот, я думаю, что все остальное вы увидите дальше, поэтому я не буду много рассказывать. Предлагаю вам просто это все увидеть своими глазами. У дизайні стелі Олексій вирішив підіграти смугастим мотивом шпалер, які ще раніше обрала для своєї гардеробної наша героїня. Тому дизайнер замовив фахівцям з Демі Луни глянцеву плівку з широкими сірими смугами, завдяки яким простір досить вузької кімнати візуально розширяється та врівноважується. До того ж, сірі тони стелі вдало контрастують з сонячною палітрою стін. Чому полосатий? Ну, це такий рідний немножко. Там вже є полоски, замітили? Я... Останусь в том же языке полосатом, только я расширю их, это будут широкие полоски, и они будут серые. Серые, там, светло-серые, серые-серые. То есть мы остаемся примерно в том же языке, который кто-то навязал. Какой-то первый дизайнер, который это делал, почему-то решил выбрать полоски, ну, мы поддержали. Приукрасили по-своєму. Гардеробна кімната – це в першу чергу зручна система зберігання речей. Тому виготовлення шафи-купе для нашого перетворення Олексій доручив спеціалістам з компанії «Стерх», які при конструюванні шафи подбали і про максимальне використання простору, і про оригінальний декор. В якості наповнення гардеробної були обрані функціональні полички, штанги та антресолі. Завдяки такій системі зберігання власниця гардеробу завжди зможе знайти потрібну їй річ без зайвої метушні. Тут передбачено місце для зберігання верхнього, довгого та короткого одягу, а також безліч зручних поличок для дрібних речей та білизни. Фасад виробу прикрашено зображенням каміння, яке Олексій власноруч сфотографував в одному з замків Бельгії. Для цього проєкту я спеціально був в Європі. Я спеціально фотографував цікаві будівлі Європи. Мені дуже подобається
фактуры, мне очень нравятся замки, мне очень нравятся всякие крепости. У них я нахожу иногда такие интересные гаммы, которые я с удовольствием перенес себе домой. Например, чтобы у меня была стена какого-нибудь древнего замка состаренного. Но, к сожалению, это невозможно сделать, поэтому приходится использовать технологию принта. Незвичайний текстиль для нашої віконної зони Олексієві запропонували спеціалісти салону Inside. Портьєри з простого фактурного льону роблять інтер'єр по-справжньому теплим та емоційним. Тут Степано використовує свій улюблений прийом, доповнює обстановку фольклорними мотивами. А зелений колір виробів, за задумом дизайнера, має не лише врівноважити сірі тони в інтер'єрі, а й, повторюючись в подушках та авторських пуфах, максимально гармонізувати простір. Хоча ми не замінювали вікна в гардеробні, але без корисних порад Ремонт Плюс вас не залишить. Тема энергосбережения сейчас важна как никогда. Именно поэтому мы с вами будем говорить об оконных системах, позволяющих сделать остекление вашего здания максимально энергоэффективным. Начинать следует с профильных систем, имеющих 5 камер и строительную глубину 70 мм. На показатели профиля влияют не только количество камер, но и строительная глубина, то есть расстояние между внешней и внутренней стенками профиля. В качестве стандартного решения для остекления коттеджа могу порекомендовать профильную систему Rehau Eurodesign 70, которая объединяет в себе, казалось бы, несовместимые качества – высокие показатели по энергоэффективности при весьма скромном бюджете. Если же задача обеспечить уникальность объекту, лучше применить систему Rehau Brilliant Design, которая имеет целый ряд уникальных декоров, таких как янтарная вишня или ирландский дуб. В других системах вы такого не найдете. Если же задача обеспечить максимальную энергоэффективность, следует присмотреться к системам с 6 камерами и глубиной 86 мм, такими как Rehau Eurodesign 86. Эта система является весьма современным решением проблемы энергоэффективности и обеспечивает высокие показатели. Если же нужен действительно уникальный продукт, тут не обойтись без системы Rehau Gineo, ведь система действительно уникальна. В основе профиля находится специальный стекловолоконный композит, который позволяет отказаться от применения стальных усиливающих профилей. А это, в свою очередь, дает колоссальный выигрыш в теплоизоляции. Окна из системы Gineo обладают максимальной доступной на рынке энергоэффективностью. Это позволит сделать ваш дом действительно теплым. Вот какой интересный момент, когда ты делаешь какую-то идею, ты готовишься к ней, но всегда, когда ты попадаешь, уже вот когда как будто бы идет к завершению, все равно это немножечко сюрприз. Вот мы сделали потолок серый, как я и хотел, прекрасно, я приятно удивлен. Массы серого, как я и хотел, действительно охлаждают вот этот желтый, которого было очень-очень много. Вот, и сейчас действительно все становится потихонечку на свои места. Я хотел сказать отдельное слово по шторам. В этом проекте я решил выбрать шторы зеленого цвета. И вот важно материал. Видите, это опять же мешковина. В своих проектах я очень часто употребляю этот материал, он мне нравится. Я художник, мне нравится мешковина, он такой очень теплый. Вот. И в этом интерьере не хватало чего-то смелого, вот. Каких-то смелых цветов. Поэтому я выбрал именно зеленый, который немножечко отличается от всего остального, но он занимает большую массу и пробуждает у нас какие-то довольно позитивные эмоции. Мы движемся в правильном направлении, здесь набирает силы этот интерьер. И я вижу, что уже теперь я могу говорить о картине, которую мы будем рисовать, потому что картина будет играть тоже очень важную роль. Вообще аксессуары играют очень важную роль. Поэтому мне нужно было создать фон, который будет не перенасыщен, для того, чтобы потом на этом фоне можно было как раз поставить какие-то акценты, какие-нибудь, может быть, вазы, лампы, ну и картина. Картина, я уже вижу, она будет, как я и хотел, в серых тонах, для того, чтобы еще больше охладить вот этот желтый, которого еще пока очень много. Вот. И я думаю, что я уже приблизительно знаю, какая она будет, но все равно будет много импровизации, поэтому можем перейти уже к самой реализации. Теперь мы переходим к очень интересной части работы. Я давно ждал этого момента. На двух кусках обыкновенной фанеры мы будем рисовать нашу картину. Наш интерьер мы должны зарядить позитивной энергией. Для этого мы будем передавать нашу позитивную энергию в виде медитации на холст. И для этого мне понадобится моя помощница.
Илона, привет. Для этого путешествия нам понадобятся скафандры. Настраиваемся на позитив. Первая стадия. Мы должны приготовить фон и одновременно прогрунтовать дерево. Теперь у нас появились два базовых цвета, которые будут основой нашей картины. Один из них будет левой частью картины, а другой правой. Обычно, чтобы прогрунтовать вот такую вот поверхность, нужно красить надпись. Один раз вертикально, другой раз горизонтально. Но так как у нас это творческая картина, я абсолютно не требую от Илоны соблюдения этих правил. Потому что сверху еще будут другие цвета, которые, конечно, перекроют неправильность покраски. Поэтому сейчас мы просто заполняем доску серым цветом. Что очень хорошо, мы плохо размешали краску, и это дает очень приятные эффекты. То есть наш серый цвет, он не однотонный, он такими плавными переходами иногда. То есть он не фабричный, а видно, что это делалось руками. Я считаю, что Тоня Матвиенко – это девушка очень современная, поэтому я не хочу подать стереотипы и начинать делать какие-то только народные вещи. Я хочу сделать для нее такой подарок. Мы сделали ей картину. А в картине это будет такое свежее творческое мышление, это будет картина, которая будет выполнена в серых тонах. Она очень любит серый цвет, и я тоже люблю серый цвет. Я очень доволен завершением первой части работы. И теперь очень важная и очень интересная часть работы, которая будет проделана дальше, но для этого мы должны одеть наши космошлемы. В каждую из шести красок я обязательно добавлю серую, которая свяжет их потом между собой. Палитра готова, я могу приступать к работе. А теперь я хотел сказать два слова о картине. Иди отсюда! Быстро! В этой картине перепилось мое сознание, мое подсознание. Я хотел ее делать именно в состоянии медитации, потому что только в таком состоянии мы можем сделать какие-то, я не могу сказать, шедевры. Дело не в шедевре, дело в том, что работа набирает силу, когда вы не думаете о том, что вы делаете, а просто делаете. Поэтому в картине вы видели, что я находился в состоянии, приближенном таком, к трансу. То есть это, конечно, не то состояние, но что-то подобное. То есть в моем уме я думал о Тонином творчестве, я думал о космосе, я думал о природе. Я думал просто о том, что мне приятно в жизни. То есть я путешествовал в своей голове. Вот. Я думаю, что в картине это отразилось. И в то же время в этой комнате я не хотел, чтобы она доминировала, потому что свет очень важен. Поэтому если мы какой-то акцент перегрузим, он будет на себя принимать все внимание. А я хотел все-таки распределить свет так, чтобы это просто было приятно, гармонично, сочетались теплые с холодными, и чтобы человек, который будет смотреть на себя в зеркало, видел прежде всего себя, а фон его дополнял. Наша картина завершена. Написать эту картину меня вдохновил голос Антонины.
та сучасні двері – обов'язкова умова вдалого ремонтного перетворення. Тож за цим важливим придбанням ми вирушили до першого гіпермаркету дверей. Адже саме тут представлено найширший асортимент дверей – від 47 виробників з України, Росії, Білорусі та країн Європи. Серед різноманіття стилів, кольорів та фактур легко знайти варіант, що пасуватиме до будь-якого дизайнерського інтер'єру. Олексій – давній прихильник таланту нашої героїні, тож запланував для неї безліч дизайнерських сюрпризів. Один з них згодом має з'явитися над дверима. Але спершу ми повинні підготувати стартовий майданчик для творчості Степанова. Використовуємо ґрунтовку та стартову шпаклювальну суміш торгової марки «Полімін». Шпаклівка ідеально підходить як для вирівнювання великих площин, так і для локального усунення дрібних ушкоджень, тріщин та щілин. Олексій віддає перевагу функціональному декору, тому й передбачив появу в оновленій гардеробній кімнаті цікавої композиції з настінних поличок. Втілення його замислу починаємо з підготовки фону. Покриваємо стіну фарбою Тейде торгової марки «Заваль» від іспанського виробника. Це довговічний, легкий у використанні матеріал з чудовим декоративним ефектом. Для продолжения нашего космического проекта мы должны теперь сделать вот эту балочку, которая будет из камня. Для этого мне понадобится еще один космонавт. Пип-пип-пип. Саша, космонавт Саша. Пип-пип, вызываем. А вот и Саша. Саша, привет. Мне нужно сделать космическую балку. Так? Для этого ты знаешь космическую технологию, и я думаю, что мы можем приступить. Для создания нашей балки нам нужна будет специальная космическая сетка. Это решетка из космического корабля «Восток-5». Саша, ты знаешь, как это все делать. Ты делал это на Луне, теперь нужно будет сделать то же самое на Украине. Вот. Тебе нужно будет покрыть вот это пространство сеткой и тщательно закрепить ее космическими шурупами. У тебя все есть? Да. Шуруповерт? Есть. Приступаем. Невероятно, Саша справился с этим заданием за 15 секунд. А сможешь ли ты так же быстро покрыть эту балку космическим раствором? Чтобы не испортить обои, мы обклеили балку вокруг специальным секретным космическим скотчем. Олексій вирішив врівноважити елементи нашого інтер'єру цікавою авторською деталлю – ексклюзивною балкою з космічного матеріалу, що зімітує структуру земного каменю. В этот материал я перенесу частичку украинской природы, а именно камень. Жоден інтер'єр гардеробної кімнати не може обійтися без затишної м'якої софи для відпочинку та дружніх бесід за чашкою кави. Зручний та практичний диван «Міні» Олексій знайшов у дизайн-студії «Меблі Альфа». Мініатюрність габаритів та легковажність малюнку в клітинку перетворюють цю модель на оригінальний аксесуар. М'який куточок нашої кімнати лаконічно доповнюють тумбочка та столик – незамінні речі для зберігання модних дрібничок. Аби заповнити пустий простір, що лишився в нашій кімнаті біля гардеробної шафи, Олексій замовив спеціалістів з Інтео оригінальні навісні конструкції. Зручні кубуси глибиною 30 см є ідеальним рішенням навіть для невеликих кімнат. Дизайнер віртуозно міксує кольори та фактури. Три відкриті кольору венге і три білі з глянцевими фасадами червоного кольору в декорі «Срібний дощ» складаються в ідеальну композицію. М'яке та плане закриття дверцят забезпечують італійські петлі з доводчиками.
Доречним елементом гардеробної в сучасному стилі стає незвичайний журнальний столик від Інтео, що одразу привертає увагу. Як і навісні кубуси, столик виготовлено з масивної 50-мм австрійської плити та пластику німецького виробництва. В этом проекте я сделал на шкафу, распечатываем какие-то интересные камни, а рядышком из ламп мы выбрали как раз наоборот очень легкую тематику. То есть лампы у нас будут как вырезаны не в бумаге, но в таком легком пластике. Поэтому вот это будет такое сочетание тяжелого и легкого. В гардеробні відчутно бракує світла. Тому в салоні «Брілля» Олексій підібрав оригінальні різнокольорові світильники з легкої пластмаси, що вдало вписуються в наше космічне перетворення. Гра фарб робить інтер'єр по-справжньому домашнім та ефектно пом'якшує тіні. Композицію доповнюють невагомі навісні світильники, а нестандартний декор вносить в дизайн іншопланетні мотиви. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о наиболее частых вопросах, которые задают покупатели моек воздуха Вента. Причиной покупки увлажнителя воздуха обычно являются обилие деревянных предметов в доме, паркет, деревянная мебель, музыкальные инструменты, а также книги. Кроме того, причиной покупки увлажнителя является наличие респираторных и аллергических заболеваний у членов семьи и детей, а также обилие домашних растений. Нас часто спрашивают, как быстро наступает увлажнение воздуха. Первые две недели влага впитывается деревянными предметами интерьера – паркетом, мебелью, книгами, текстилем, а также самими людьми. Оптимальный уровень влажности достигается примерно через две недели, то есть за это время нужно иметь терпение, пока прибор начнет правильно увлажнять воздух. Вам важно лишь правильно подобрать прибор в зависимости от площади вашего помещения, а также учесть количество живущих в нем людей и животных. Может ли Вента работать 24 часа в сутки? Может. Данный прибор рассчитан на круглосуточную работу. Именно это обеспечит оптимальный уровень влажности на протяжении всего времени. Кроме того, данный прибор работает практически бесшумно и не потревожит вас в ночное время суток. Энергопотребляемость приборов Вента очень низкая, всего 8 Вт. Нас очень часто спрашивают, почему в приборах Вента нет встроенного гигрометра. Дело в том, что приборам Вента гигрометр не нужен. В увлажнителях воздуха Вента увлажнение происходит по методу холодного испарения, и воздух насыщается влагой автоматически. Встроенные гигрометры нужны приборам ультразвукового и парового типа для того, чтобы не допускать переувлажнения воздуха в помещении. Если вам все же хочется контролировать процесс увлажнения воздуха, вы можете приобрести гигрометр отдельно. Но установить его нужно на расстоянии 2-3 метров от прибора. В этом случае он будет показывать правильную влажность в вашем помещении. Хотелось бы отдельно отметить, что оптимальная влажность помещения должна составлять 50-55%. Средняя комната площадью 30 квадратных метров требует притока воды 5 литров в сутки. Мойки воздуха Вента. Сделаны в Германии, гарантия 10 лет. Мікроклімат оселі важливий не тільки для людей, а й для всіх елементів та предметів інтер'єру. Саме тому наш дизайнер запланував появу в приміщенні мийки повітря Вента. Принцип її роботи абсолютно екологічний. Очищення і зволоження повітря не потребує ніяких додаткових фільтрів, окрім звичайної води. Пристрій працює за методом холодного випаровування, є безпечним в експлуатації, а також не вимагає додаткових витрат та має низький рівень енергоспоживання. Ну, теперь я сделаю перестановки света, так как это мне нравится. Сейчас очень важный момент, нужно это все правильно выставить. И я начну с того, что я вот подсвечу вот этот вот уголочек, он темный. И я хочу сделать такую скрытую подсветочку. Плюс к этому оранжевый будет очень красиво гармонировать с зелененьким. То есть это такие незаметные штришки, которые я сам для себя вот так рисую. Картинки. Вот, пожалуйста. Вот этот черный пуфик, он такой, у него такая глубина есть. То есть я специально сделал зеленые шторы, чтобы было много зеленого такого, немножко с прозрачностями. И вот такая темная глубина. Объем немножко белого. Вот, мне так нравится. Просто я
не могу все объяснить, но белое будет гармонировать с этими лампочками. У нас еще есть много всяких белых акцентиков. Вот. Дальше я теперь расставлю наши декоры, пуфики так, чтобы это радовало мне глаз. Какой красивый красненький, да? Вот, красненький, он очень хорошо с черным и очень хорошо с зеленым. А дальше это такая художественная игра. Надо, чтобы все радовало глаз. Поэтому вот эти вот кружочки я специально заказал вот в таком виде. Чтобы эти цвета сочетались и завязали между собой шторы, пуфики и все остальные аксессуары, которые присутствуют в этом помещении. Влюбился в эту скульптуру, да? Не правда ли очень интересная? Хотя многие ее уже видели в магазине, но она очень интересная, очень правильно сделана и очень глубокая скульптура. Очень хорошо сочетается с зеленым. Вот, придает такой интересной графики, в нее заходит свет, видите, она такая не глухая, через нее проходит свет, очень символическая форма. Теперь здесь, единственное, что меня немножко смущает, мне здесь немножко не хватает света, поэтому я, наверное, скорее всего, поставлю здесь красивую белую лампу. Вот эта интересная лампа, которая напоминает космический меч. Поэтому я думаю, что здесь она будет очень хорошо. Очень легкая, занимает много пространства. Вот. Освещает человека, который будет здесь переодеваться, например. Вот. И очень хорошо сочетается с серым этим пуфиком, потому что он тоже с такими серыми элементами. То есть белый, серый и потом наши цвета. Сейчас мне вот этот уголочек очень нравится. Мне хочется даже присесть, просто посидеть, побыть здесь немножко. Мне приятно здесь находиться. Вот, я получил удовлетворение от этого проекта. А это мой Антонине подарок, Бог Солнца. И сейчас я зажгу ему свечи, которые он будет держать в руках. Остались последние штрихи. Подписываю по-английски. Может, Антонина захочет ее продать в Америку. Я думаю, что я подпишу ее еще один раз. Может быть, Тоня захочет ее продать два раза. Вот і все. Будемо звати нашу героїню. З нетерпінням чекаю побачити свою гардеробну кімнату. Нарешті поставлю своє взуття, костюми повішу. І хочу побачити велике дзеркало, де я буду дивитися, приміряти. Ну, що вам сказати? Все, вже не можу дочекатися. Знаю, що це було недовго, але нетерпляча я людина. Надіюся, що мені дуже сподобається. Ой, я можу. Дивіться і дивіться, щоб я, якщо впаду, то це, напевно, у мене. Картини. Так, я дивлюсь на вас, а ви дивитесь на картину. Тато буде ревнувати. Тато буде? Не буде. Ну, він же в мене художник. Так, нічого. Я знаю. Тому я хотів. Я старався. Чекай. Кажіть. Жовта кімната була тут і зелена, і сіра така. Щось говоріть, тому що я хвилююсь. Ну, хочеться спочатку подивитися, не говорити. Да, щось зразу на картину звернула увагу, так, тато. На картину, скажіть мені, як вам картина? Дуже подобається. Я це не казав на камеру, але в душі я пам'ятав вашу музику і в мене щось таке надихало. Таке трошки космічно, може, прямо щось таке. І кольори цікаві. Мені дуже приємно. Ще мені картини ніхто не давав.
Бачите, я підписав її з двох сторін. Може, захочете колись продати, то можна буде продати цілу картину, а можна буде по одній, так? Може, більше грошей. Ні, я думаю, що цю не можна розділяти. Я теж думаю так само. Так, мені дуже хочеться подивитися, що тут всередині. Ну, мені головне, що є зеркало, що я так. Подивитися можу себе. Ну. Це також мій подарунок для вас. Я його власноручно зліпив. І також думаючи про вас, про ваше життя, про ваше мистецтво. Це такий мій Бог, який я дарую. Це оберіг такий, так? Це оберіг. То, це саме оберіг. Бачите, в нього це не печенька в нього в голові. Це сонце. Це сонце. Так. І я це Бог сонця. Я хочу, щоб цей оберіг вас оберігав і вас надихав. Бачите, в нього вогонь в руках. Тобто я хочу, щоб цей вогонь. Це зло, да, спалювало. Антоніна, дивись, я спеціально хотів такий дизайн для тебе зробити. Це я фотографії власноручно робив в Парижі. Так? Це не Парижі, це Бельгія, але були багато фотографій, на яких є цікаві камінці. Я хотів попробувати, щоб було ніби ти в якомусь замку трошки. Чуть-чуть, так, знаєш, це такий маленький штришок. От. Але поруч біля цього я хотів якісь легкі речі. Мені подобається, да, бо кімната сама така яскрава і тепла, а от камінь трошки охолоджує. Я думаю, все вийшло. Я дуже задоволена, дуже вдячна. Дякую всім, що не забули про мене, зробили у мене ремонт вдома. Для мене це найкращий комплімент, тому що Антоніна – це справжня зірка. І такій людині зробити такий ремонт – це для мене просто була задоволена. Я надію, що ти відчуваєш ту енергію, що все добре, що ти звідти вийдеш сьогодні з добрим настроєм. У мене дуже гарний настрій. І я вам всім бажаю такого ж настрою. Дома викидайте всі непотрібні речі, робіть ремонти. І просто гарного вам настрою, як у мене сьогодні. Цілую, пока. Наше космічне перетворення дійшло кінця. На цей раз Олексій Степанов перевершив навіть самого себе. Його авторський мікс з кольорів, стилів та фактур бездоганно втілився в ексклюзивному дизайні нашої гардеробної кімнати. Наш космічний ремонт закінчено. Це був Олексій Степанов. Зустрінемося наступного тижня. Справжня якась така кімната, де можна прийти, навіть провести якийсь там час, проміжок, там подумати, подивитися, як він каже, на свої пісні. Мені дуже приємно, що і подарунки мені подарували, не тільки пов'язали там з одягом, з туфельками, що є диванчик, де можна перезутися. Ну, просто, знаєте, не хочеться з цієї кімнати йти. Дома вже не було давно ремонту. Знаєте, я думаю, що буду тут достатньо багато часу проводити. Нічого не зміню, все залишиться так, як є. І ще раз вам дякую. Чому-то українець зациклився на греко-римському мистецтві, і його оттудова не вигнать кувалдой, тобто вони в ньому. Тобто у нас чому-то люкс сразу асоціюється з греко-римським мистецтвом. Ну, чому-то це греко-римське мистецтво, воно у нас в пенопласті, в поліуретановій пенці, в дешевому гіпсі. І чому-то всі думають, що це не видно. Як може бути бронза із раствора, який можна відшкрябати ногтем? То есть, ну, вот есть какие-то... Поэтому я не хочу застаиваться, зацикливаться. Никто не сказал, что есть какие-то каноны, что нужно в них быть. На самом деле, роль дизайнера – это ломать эти грани, эти каноны, выходить из них и делать что-то интересное, новое. Мир безграничен. Пробуйте и экспериментируйте. Наступного разу в «Ремонт плюс»! Андрій Бочуля знову дивуватиме вас своїми неймовірними дизайнерськими ідеями.